20 с чем-то лет назад Nokia выпускала странные телефоны и была крайне популярна. Помню ее камео и в «Матрице», и в популярных секретных материалах. Увы, время ушло. Теперь Nokia надо снова завоевывать место под солнцем, а для этого нужно делать что-то интересное и оригинальное. Nokia 7 Plus – одна из моделей, которая заинтриговала меня еще с МВЦ 2018. Вроде бы и флагман, вроде бы и нет. По виду смахивает, но внутри Snapdragon 660, а это уже совсем другая весовая категория. Дизайн вышел узнаваемым и каким-то олдскульным, что ли. Никакой челки, прости господи, и есть разъем для наушников. А это намекает, что смартфон ориентирован на вполне определенную аудиторию. Углы скруглили, кругом 2,5D стекло. 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, защитили Gorilla Glass 3. Вышло строго и необычно, по сравнению с главными фигурантами рынка. Правда, соотношение площади экрана к передней панели тоже олдскульное. Всего 77,2%. Но если гонитесь за такими вещами, вам к Nokia 8 Sirocco. Если плохо с памятью, на корпусе аж два лого бренда. На фронтальной панели в ряду с камерой и датчиками, и сзади. Чтобы мы наверняка не забыли, матовый алюминий выглядит отлично, хоть и пачкается, а вот медная окантовка – какой-то сомнительный закос под лакшери. В любом случае, отличить Nokia 7 Plus от других смартфонов легко. Но тактильные ощущения решают, телефон приятен на ощупь и не скользит в руках. Чтобы поцарапать заднюю поверхность, надо постараться, а вот от жирных пальцев, вероятно, след останется. Но ненадолго. По внешнему виду все эргономично и находится там, где надо. На левом ребре гибридный слот для симок и карты памяти, а на правом клавиши громкости и включения. Сверху мини-джек, а снизу USB Type-C, микрофон и динамик. Теперь ко внутренностям. Да, Snapdragon 660 проигрывает флагманским чипом, но работает он шустро, а графический ускоритель Adreno 512 позволит и поиграть в серьезные игры. В бенчмарках смартфон получает результаты на уровне Motorola Moto G6 Plus и даже обходит Huawei P20 Lite. Встроенной памяти 64 ГБ. Добавить к ним еще карту памяти на 256, да и вообще можно жить припеваючи в этом цифровом мире. 4 ГБ ОЗУ выглядят вполне по-флагмански, даже с десятками приложений, никакого тупняка и перезапусков. Порадовал чистый Android, оперативные обновления и минимум лишнего софта. Кстати, благодаря программе Android One все смартфоны Nokia, и в том числе Nokia 7 Plus, обязаны получить новенькую бета-версию Android Pie. Но в этот раз Nokia слишком понадеялась на Google и оптимизация занималась спустя рукава. Не работает кодек AptX. Временами приложение камеры, которое сделала сама Nokia, запускается слишком долго. Об аккумуляторе хочется поговорить отдельно. Это же Nokia. Целых 3800 мАч. С учетом экономного Snapdragon 660, результаты теста автономности должны быть впечатляющие. Но нет, то ли IPS-экран настолько прожорлив, то ли в целом оптимизация хромает. Но особо впечатляться тут нечему. Если экономно пользоваться смартфоном и не играть, то на 2 дня его хватит, конечно. Хотя быстрая зарядка решит все проблемы. За час-полтора у Nokia 7 Plus уже будет 100%. Экран тоже не особо выдающийся. Это просто неплохая IPS-матрица с более или менее приличной светопередачей. Выделиться тут Nokia 7 Plus нечем. В смартфоне пара динамиков – мультимедийный и разговорный. При этом работают они отдельно. И о таких вещах, как совместное стереопроигрывание, не слышали. Хотя по отдельности звучат неплохо. Еще один повод любить Nokia – оптика CES в камерах. Две основные камеры с модулями 12 и 13 мегапикселей хорошо снимают днем. Но вот сумерки и темнота впечатление портят. Хотя прямые руки и некоторые копания в настройках помогут сделать годные фотки. На это и заточен режим Pro. Куда же без боке в 2018-м? Тут тоже нужно постараться, чтобы выжать какой-никакой результат. Алгоритмы часто путаются, замыливают мелкие и близкие детали объекта съемки. И по идее это можно было бы подправить в редакторе боке, но на деле он все делает только хуже. В приложении камеры есть забавное новшество. Можно разделить экран и сделать фото или снять видео на обе камеры. Фронталка тоже обычная, делает неплохие снимки, но с боке тут опять проблемки. Nokia, сделайте что-то с этим. Что касается видео, тут есть где разгуляться. Можно снимать 4К, плюс фишечки а-ля замедленной или ускоренной съемки.
Со стабилизацией, в принципе, проблем нет. На всякий случай ее можно настроить в редакторе. Как по мне, Nokia 7 Plus – это такой телефон для бати, без лишних понтов типа Face ID или челки с огромным экраном, но заодно современный и удобный, с сенсором отпечатков и NFC-модулем. И вроде бы в нем все есть. Но не хватает какой-то изюминки, выглядит иначе, но внутри все слишком обычное. Хотя, если батя узнает, что это дальний родственник Nokia 3310, то будет счастлив.